Аэродром в Краматорске весь в дыму. Сегодня, в пятницу, 25 апреля, днем здесь прогремело 3 взрыва. Около 11 часов первый, за ним через некоторое время второй и третий. Местные жители и журналисты сразу же последовали на место происшествия, однако военные украинских вооруженных сил не пускали людей в аэропорт. Позже на пресс-конференции Дмитрий Тымчук, руководитель Центра военно-политических исследований, заявил, что причина взрыва – обстрел украинского вертолета Ми-8 во время его разогрева перед взлетом. С экипажем все в порядке, они успели выпрыгнуть до взрыва. По одной из версий, выстрел пришелся в топливный бак. Чуть позже руководитель аэропорта сообщил журналистам, что уничтожен не только вертолет Ми-8, но и самолет Ан-2. Местные очевидцы рассказывают, что стреляли из гранатомета или даже ракетной установки с одной из многоэтажек города.